Ее называли последней легендой балетного романтизма и красной Жизелью. Великая русская балерина Ольга Александровна Списивцева родилась 18 июля 1895 года в Ростове-на-Дону в бедной актерской семье. Когда Ольге исполнилось 6 лет, ее отец скончался от туберкулеза, оставив без средств к существованию большую семью, в которой, кроме Ольги, было еще четверо детей. И мать была вынуждена отдать ее в петербургский детский приют при Доме ветеранов сцены. Вскоре Ольга Списивцева была принята в театральное училище. Уже на выпускном экзамене комиссия заметила ее необычайную одаренность, особую легкость и грациозность, которая отличает великих балерин. Дебют балерины на сцене Мариинского театра состоялся в 1913 году в балете «Раймонда», где она исполняла одну из эпизодических ролей. От спектакля к спектаклю ее мастерство совершенствовалось. Степень виртуозности Списивцевой все чаще сравнивали с виртуозностью Анны Павловой. В то время настолько утонченных, настолько красивых и гармоничных на сцене это балерин не было. Вот. И поэтому это выделялись она и Павлова. Они выделялись вот особой грацией, некоторой отстраненностью от всего от мирского, от всего сущего. Уже через 3 года после начала выступлений Ольга Списивцева выехала на гастроли в Соединенные Штаты Америки в составе Дягилевской труппы. В 1917 году, вернувшись в Россию, Списивцева становится ведущей танцовщицей в Мариинском театре, а несколько позднее – прима-балериной. Она исполняет ведущие партии в балетах «Пахита», «Шопиняна», «Щелкунчик». Это было непростое время для страны, и заниматься, и выступать приходилось в тяжелых условиях. Однако это не помешало Списивцевой подготовить роль Адетты в «Лебедином озере». Тогда же состоялся ее дебют в партии «Жизели», которая стала ее коронной ролью. В этой партии во всей красе раскрылся ее трагедийный дар – магия ее тела. Жизель Списивцевой выглядела полупрозрачным, почти призрачным существом. Выступление в образе Жизели производило колоссальное впечатление на публику. Стремясь прочувствовать состояние героини, которую несчастная любовь приводит к безумию и смерти, Ольга Списивцева совершала визиты в психиатрические клиники. Она признавалась, что слишком вживается в этот образ. Это даже пугало артистку. Погружалась в свои образы. Может быть, что в этом мире было таким роковым обстоятельством моей судьбы. Эмигрировав во Францию в 1923 году, балерина танцует в Париже, гастролирует в Италии. В 1939 году Списивцева отправилась в США. К этому времени явственно начинается проявляться нервное расстройство. В 1943 году она была помещена в психиатрическую лечебницу, а по прошествии 22 лет в дом престарелых. Ольга Списивцева не оставляла надежды возвратиться в Россию. Разрешение на ее возвращение долго и безуспешно добивалась сестра балерины. Мечте не суждено было осуществиться. Жизнь она окончила в пансионате Толстовского фонда. Последним утешением служила Ольге Списивцевой вера. Она регулярно посещала православный храм и, вопреки слабому здоровью, соблюдала все посты. Это очень яркая личность, очень необыкновенная. Балерина для своего времени она вообще была, ну, как сказать, не просто звездой, она была явлением. Ольги Списивцевой не стало в 1991 году. Незадолго до кончины она снялась в документальном фильме, где, несмотря на преклонный возраст, продемонстрировала несколько танцевальных движений.